«От любви до ненависти один шаг и наоборот». Это расхожее выражение обретет силу и оживет на сцене Чебоксарского молодежного театра имени Михаила Сеспеля. 14 октября там пройдет премьера спектакля, над которым на протяжении года вместе с нашими актерами трудился режиссер из Москвы. На контрольной репетиции побывала наша съемочная группа. Любовь, страсть, расставание, муки, разлуки и снова любовь. Все просто и все сложно. Актеры настолько вживаются в роль, что каждый эпизод зритель проживает вместе с ними. Антонина Чернова на сцене всего 2 месяца. До этой роли она исполняла только песни. Когда я узнала, что надо будет играть в спектакле, где ставит московский режиссер, я поняла, насколько это серьезно, и очень боялась, что я не оправдаю ожидания. Но в ходе репетиций я не опустила руки. История двух слепых, которые находят друг друга спустя 20 лет, необычная и трогательная. Она наполнена чувством разочарования и любви. В спектакле звучат песни на английском, французском и чувашском языках. Любовь, само слово, я думаю, какая разница, что англичане, что француз любит, что она. Это мужчина и женщина. А какой национальности? У любви нет национальности, поэтому для меня, а так как я ставлю все-таки в национальном театре, очень хорошие вот эти вот нотки, они хорошо очень вписываются. Именно национальные нотки, они как бы дают такую краску очень хорошую. «От любви до ненависти» – 5-й авторский спектакль режиссера Владимира Беляйкина. Он уже успел поработать во Владимире, Волгограде, в Брянске, в Москве и других городах страны. Каждый такой спектакль проходит на ура, отметил режиссер. Работой чувашских актеров он остался доволен. И это взаимно. Это совершенно другая культура, другой ветер, другое восприятие, да, другое вдохновение, другая сила, другая кровь, все другое. Поэтому мы этому очень рады. Окунуться в атмосферу любви и оценить совместный труд чувашских актеров и режиссера-постановщика из Москвы зрители смогут 14 ноября. Спектакль пройдет на сцене Чебоксарского молодежного театра имени Михаила Сеспеля. Ольга Алексеева, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика.